Привет! Сегодня всем хочу рассказать интересную тему про больших охранных собак. Собака как охранник. Есть немного правил для того, чтобы содержать большую охранную собаку. И правила эти просты. Для того, чтобы они охраняли территорию. Но это является большая ошибка в содержании таких собак. Собака должна защищать хозяина. Поэтому должен быть полный доступ. Создайте оптимальные условия для работы собаки. Это обязательно. Огородите свой двор. Маняша. Еще есть главное условие, это осветить свой. Так, и с другой стороны есть датчик на движение, который смотрит, конечно. Итак, сторожевые функции собаки должны быть всегда в рабочем состоянии. Всем известно, что собаку, конечно, надо дрессировать. И в маленьком возрасте, и в большом должна быть обязательно пройдена школа дрессировки. Друзья мои, всегда давайте правильные команды. Когда вы уходите из дома, обязательно говорите собаке, что надо охранять. Не забывайте. Проведите вокруг дома, вокруг своего объекта. Сделайте. Для того, чтобы собака знала это, надо проводить дрессировку на звук этого. Друзья мои, не допускайте отравления вашего животного, вашего любимого четвероногого друга, вашего охранника. Как же это сделать? Сейчас я вам это расскажу. Животное брать с чужих рук. То есть, когда приходят к вам. Второе правило. Никогда свою собаку не кормите с земли. Всегда кормите с миски. Когда вы кормите животного, обязательно давайте ему команду о том, что уже можно. До свидания. Оставайтесь на моем канале. Канал Магнитика. И я с вами, Ольга Кашина.